Всем привет! Сегодня я все-таки решил продолжить улучшать наш металлоискатель «Бабочка». Первое, что необходимо сделать, это приклеить с помощью суперклея к нашему ферриту ручку, для того, чтобы можно было плавно регулировать чувствительность, потому что если просто так крутить, не получается добиться качества. Потом приклеим феррит к этому болтику, гаечка, все это посадим на эту трубку и будем регулировать чувствительность нашего металлоискателя. Далее сделаем получше эстетический внешний вид. Для этого я взял вот такой вот у нас силикон. Все это зальем, все оно высохнет. Ну и в конце, я думаю, покрасить в черный цвет, потому что белый цвет, он как-то так смотрится не совсем красиво. А черный, мне кажется, для металлоискателя подходит больше. Итак, и последнее. Я все-таки решил поставить кнопочку включения-выключения прибора, потому что пришлось от разъема для наушников уйти. И запаял я полностью, так сказать, к плате. Припаял наушники, потому что пришлось удлинять провод. Вот. Ну, в принципе, с чего начнем? Так, ну первое, что мне хотелось, так это поставить, чтобы была кнопка. То есть включение, выключение. Сейчас вот я вырезал. Конечно, упругость трубы уменьшается, но думаю, за счет силикона все-таки оно будет держаться хорошо. Далее наушники пустил, провод. Провод у нас идет в трубе и выходит через ручку. Не будет он не болтаться, не мешать. Батарейный отсек обточил, отшлифовал, стал он более ровный, более аккуратный. Для регулировки феррита думаю использовать старую помаду. Она прекрасно крутится. Посадим на суперклей, я думаю, будет нормально. Ни железа, железа нету, все пластмассовое. Так, обработал силиконом. Ушла одна вот такая вот баночка. Это сколько получается? 310 миллилитров. Ну, стало тяжелое. То есть в чем-то выгадываем, в чем-то прогадываем. Стала тяжелая конструкция. И плюс он еще не до конца засох. Не знаю, засохнет или нет. Получается, если тонкий слой, он быстро засыхает. Если его много, он, конечно, долго сохнет. Но есть и плюсы. Плюс в том, что вот у нас конструкция для регулировки феррита очень удачно получилось, все нормально подстраивается. Я еще думаю, для более тонкой подстройки сюда нужно какой-то смазки добавить, то ли солидола, то ли чего-то такого, чтобы оно еще плавнее двигалось. Сейчас добавим. Так, лишнее убираем.
Ну, все-таки, думаю, плавнее оно будет работать. Все, теперь покраска. Так, ну красить собираюсь по одной простой причине, чтобы металлоискатель не бросался в глаза. Потому что он белый, он как-то слишком выглядит вызывающе. А когда оно все черное, вот краска черного цвета, вроде как бы всем все равно. Итак, красим. Вот, собственно говоря, все, что у меня получилось. Не знаю, красиво, некрасиво, но больше здесь я уже ничего добавить к этому металлоискателю не могу. Чувствительность я отрегулировал на максимум. Сейчас я покажу, как он работает, как он видит. Как говорится, выжмем сейчас из него все. Итак, приступаем. Да, кстати, вот схема этого металлоискателя. Она есть в свободном доступе в интернете. Два транзистора, два генератора, две катушки. Итак, я включил наш металлоискатель. Выставляем частоту на грани срыва. Так, еще меньше монета. Это у нас 25 копеек украинских. Прекрасно видит. Теперь 10 копеек. Очень маленькая монетка. Генерация практически на срыве. Ну, тоже слышит, но очень капризно. То есть 10 копеек маленьких, это для него, это уже минимум. Меньше он не увидит. Меньше, в принципе, и нету, там копейка, 2 копейки. Так, теперь золото. Обручальное кольцо, смотрим. На расстоянии примерно до 10 сантиметров слышен треск. Так, немножко покрупнее золото. Ну, так же само реагирует. Так же само реагирует. Примерно 8-10 сантиметров он видит. Так, золотая сережка. Смотрим. Три, четыре, пять сантиметров. Так, более мелкая деталь, шуруп. Практически не видит. Два-три сантиметра. Так, ну, более покрупнее вещи, конечно, он видит довольно-таки неплохо.
Вот цоколь от лампочки. Ну, 10 сантиметров чувствительность. Это нужно минус 30% на грунт убирать. Так, ну еще несколько примеров для интереса. Так, ну вот и все, что у меня получилось снять по максимуму про этот металлоискатель. Металлоискатель бабочка, самый простейший металлоискатель. Жду ваших комментариев, ваши оценки, ваших советов. На этом у меня все. Всем пока.